Итак, кто попробует угадать, зачем я вас здесь собрал? Я думаю, сейчас будет какой-то урок. Да нет, он будет вкусняшки раздавать. А мне кажется, ничего хорошего не стоит ждать. Я вас тут собрал, чтобы показать свое новое изобретение. Какое изобретение? Сверхсладкие хот-доги? Нет, Пигги. Это групповой переносчик в параллельные миры. Хватит с меня этих твоих путешествий. Если бы вы только знали, на чем он работает. Только не на конфетах. Только не на конфетах. Нет, ну что ты, Пигги. Он работает на кабачках. Берем кабачок и с помощью изоленты присоединяем его к моему изобретению. Ну что, вы готовы к путешествию? Стой, стой, стой! Ни о чем таком мы не договаривались! Какому еще путешествию? Ой, а я плавки не взял! Ну и что? Не сработала твоя машина! Только Степа и Акакий куда-то подевались. Акакий? Степан? А это кто такие? Ты чего? Ну Степка, попугай и Акакий, крокодил. Ну попугай еще ладно, я поверю. Но чтобы я крокодила завел? Да не заводил ты его, а сделал. Из пачек для сока. Пигги, мне кажется, у тебя горячка. Не было у нас никаких Степанов, Абкакиев, а тем более крокодилов. Да не Абкакиев, а Акакиев. Что ты путаешь меня? Ладно, ладно, не злись. Пойдем лучше. Насыплю тебе пекущего перца. Какого-какого перца? Ну твоего любимого, жгучего, как огонь. Какой еще перец? Ты бы мне лучше конфет дал. Пигги, ты чего? Что такое конфеты? Первый раз о таком слышу. Ну сладкие такие, что ты дурака валяешь? Да не валяю я никого. Ну конфетюльки, мои любимые. В первый раз слышу о конфетах. Ты же перец всегда любила. Кажется, я поняла. Это плохо, это очень плохо. Что такого плохого? Я попала в мир, где нет конфет, а все кушают жгучий перец. Только не это, только бы не это. Ну конечно, мы все любим жгучий перец, а ты больше всех. Димка, я и не с твоего мира. Верни меня обратно, а? Там, где конфеты есть. Что за глупости? Какая другая Пигги? Есть только одна Пигги, и это ты. Это с кем ты тут разговариваешь? Это что за свинья? У тебя что, другая свинья? Эй, спокойно, спокойно. Я, кажется, понял. Это таки правда. Ой, надо помочь бедной Пигуси. Отправь ее обратно. Ну, я же говорила. Я говорила. Все, все, все. Не переживай. Я верну тебя в твой мир. Ой, а где это я? Озеро какое-то. Людей совсем нет. Растения какие-то интересные. И деревья высоченные. Так вон же он, вон, ловите его, ловите! Что? Кто там? Вон он, вон попугай! Давайте его поймаем и съедим! Кого? Меня съедим? Нет, 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 я не согласен! Нет, 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 ловите нет, нет! Ловите его, ловите! Вот Димка гад, переместил так переместил! Где же спрятаться теперь? Хоть бы не заметили, хоть бы не заметили! Эх, спрятался где-то! Отличный супчик бы из него получился. Куда он мог запропаститься? Вот же попугайище. Постойте-ка. Ага. Не отпустите да не меня, ты. Отпустите меня. Бррр, как холодно. Чего это так холодно? И кстати, где это я? А как это в таком холоде деревья растут? Попробуем на вкус. Ам, ам, какие холодные, как мороженые. Что это за место такое странное? А холодно-то как? Бррр. Жалко, у крокодилов нету меха. Никогда не думал, что это скажу. Но хочется горячего чая больше, чем мороженого. Эй, эй, есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь?
Да что же это за лето-то такое? Холодное! Похоже, я один в этом холодном мире. Нужно звать на помощь. Спасите! Помогите! Ну, поскольку я существо холоднокровное, остается только лечь и замерзнуть. Фух, получилось вас вернуть. Ну, как там? Попутешествовали по мирам? Да ну тебя в баню с такими путешествиями. А что такое? Не понравилось? Как бы тебе сказать помягче? Меня чуть не съели! Но ведь не съели же! А я чуть в ледышку не превратился! Ничего, ничего. Говорят, первый блин комом. Давайте-ка еще раз. Стой, стой, стой! Ты сначала свою шайтан-машину настрой, а ты отправляешь нас в всякие непонятные миры. Ты в понятные отправляй, в понятные! Я думал, я в мир попаду, где попугаев любят. Ну так ты и попал туда, где любят. Любят кушать! Кушать! Я думал, будут просто любить! Ладно, ладно. Придется немного доработать аппарат. А вы готовьтесь. Скоро я вас на другие планеты запущу. Выбери следующее видео или нажми на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски. Выбери следующее видео или нажми на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски.